Телевышке в поселке Камыш-Заря более 40 лет. Ее высота почти 250 метров. Кроме основной функции передачи телерадиосигнала, несколько последних лет ретранслятор используют еще и в роли флагштока. Впервые сине-желтый стяг на телевышке подняли в 2008-м. Тогда флаг развивался на высоте более 200 метров. 220 метров, потому что у нас как раз вышел монтаж обладнання ЗНБУТ. Ну, это цифровое телебачение. И была возможность поднять на 200 метров. Теперь флаг поднимают только на 150 метров. Выше технически нельзя. Его размеры 3,5 на 2,5 метра. Идея использовать телевышку как флагшток принадлежит главному редактору местной газеты Константину Причиненко. Мечтает, чтобы высота, на которую поднимают флаг в Камыш-Заре, была признана рекордной. Оскільки 150 метрів – це вище, ніж рекорд, який занесений в книгу «Україна» на острові Хортиця в 2011 році, до 20-річчя незалежності України. Пульт, все, я стою, у нас перекличка з мачтовиком, перекличка з бригадою. Все, и мы визуально поднимаем и дивимся, до какой высоты. С помощью этого пульта Сергей поднимает флаг на телевышку. Делает это не впервые, но всегда чувствует особую ответственность. Выше, чем на Камыш-Зарянском телеретрансляторе, украинский флаг в нашей области не поднимали. Телевышка расположена на наивысшей точке 240 метров над уровнем моря. Украинский флаг виднеется отсюда в радиусе нескольких километров. Конечно, подобається. Як? Мы ж доказываем то, что мы Украина. Святиня, символ патриотизма, любови до батьківщини, до нашей Украины. В Камыш-Заре на телевышке украинский флаг будет развиваться несколько дней и уже в следующем году вновь поднимется над Запорожской областью. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Куйбышевский район, ТВ5.